Ой-ой-ой. А что у тебя виска, дорогой хром? Ого, красиво. Мы с тобой фактически коллеги, я на лидере. Да, у меня по 84. Не, я просто 100 штук брал. Да, да. Ну такий, невеличкий. А? Ну да, да. Да были бы бабки, я бы 200 взял. Хром такая штука. У нас трите только хромом делать сейчас. Да, да, я понял. Я, кстати, битум не держал в руках вообще, наверное, года с 2012. Ну да, да, гравий. Но он такой тоже резиновый, он потом обваливается в итоге. Битум вечный, да, на самом деле. Блин, там я пизду за этим деревом уже тут капельку бы еще накинуть. Да, я что-то придумал. Не переживай, Витька.
Не, у меня просто бэк, наверное, будет. Не, у меня ничего, ну, голубой может. Сейчас посмотрим. Блин, будет брики в тенях будут. А, типа по контуру? Да, в тенях по контуру. Синий на черном? Синий и черный. Да, конечно. Ну, у меня, посмотри, синие штаны, черная кофта. Так у меня вот Федик сейчас. Но если ты подождешь, я дам. Он такой подзабитый чуть-чуть, походу. Меня? Я не успел пернуть. А я уже и посрал, блядь. Я не знаю, мне не нравится контурить с нидла. Я знаю, что я все равно подрезаю, типа, в конце. Какая разница, выкупаешь? Ну, типа, а на стрите вообще оранжем контуришь, розой заливаешь, и все так быстро и так прикольно, качественно. Типа, линия нормальная. Меня в Харькове постоянно кецал, и пацаны орали, что типа мы приходим на спот, все начинают накидывать, я уже заканчиваю и пиздую дальше рисовать, типа, ну, для видоса. Иду снимаю кусок за куском, типа, и пацаны говорят, а он все равно сейчас за 5 минут сделает и покатит, типа, так что, блядь, типа, похуй, не рассчитывайте на него. Яйца, да. Чтобы не забывали, что у меня есть яйца. Что я давно не рисовал.
А что, Динер грунтует? Хуяся. Или ты заливаешь? Так, брат, на оранж. Да, только с возвратом, потому что он единственный. Он единственный в своем роде. Та и луп бывает такой. Ну, черный луп просто прям в натуре типа прозрачный. Хуже, чем. А, ну стеночка, да, нормальная просто. Да, я хоть еще колеры сюда, не? Димаса колеры? Добавочнее. Пузырей? Да под оранжевое, но не очень. Ну ладно. О, да, він сказал, там є де помалювати. Ну у вас був шанс теж помалювати, бо це. Ви його прогали. Такий поїзд проїжджав і він весь в графіті був. Та ти що? Так. Це щит. А ще там. Ти дав ТГ? Ти ще фоткаєш? Не можна фоткати. А ви видали? Так удаляй зараз. До пізди дамо. Та я вже все. А куртка чия? Мог домой забрать.